Кошкинское интернет-телевидение. Второго августа в центре села Кошки состоялся районный турнир по автозвуку, в котором приняли участие 19 автомобилей. На турнир приехали и гости из Тольятти, которые помогли в организации турнира и даже приняли в нем участие. В прошлом году, конечно, это мероприятие прошло с большим успехом, с хорошим настроением всех. Я надеюсь, что сегодня мы делаем, это в первую очередь для молодого поколения. Это и строим спортивные площадки, это и... Вот в текущем году буквально поступили средства, будем дом молодежных организаций, который вот напротив районного дома культуры капитально ремонтировать. Это, конечно же, и жилье для молодых специалистов и для молодых семей, которые уже сегодня начали получать субсидии наши молодые, значит, семьи. И, конечно же, сегодня приятно, что вот... Наша молодежь, она талантлива во всем, и в учебе, и в спорте. И надо сказать, я надеюсь, что вот сегодняшнее мероприятие пройдет на хорошем уровне. Все мы получим удовольствие. Ну а, конечно же, наверное, места займут те, кто сегодня более подготовились. Мне хотелось бы всем пожелать здоровья, благополучия, ну и хорошего сегодня настроения и хорошего праздника. Всего доброго. Добрый вечер, гости, и добрый вечер, наша гордость и будущее нашего района, региона, наша молодежь. Я бы хотел вас всех приветствовать на районном собрании представителей и сказать огромное спасибо и молодежному парламенту. Я думаю, что мы будем всегда впереди. Желаю всем удачи и побед. Нашего соревнования, представление главных судей, на сцену приглашается председатель молодежного парламента при собрании представителей муниципального района Кошкинский Никитенко Сергей Васильевич. Добрый день, уважаемые жители и гости села муниципального района Кошкинский. Мы рады приветствовать вас на втором подобном турнире по автозвуку в нашем селе. Для тех, кто впервые на мероприятии данного характера, коротко объясню его суть. Автозвук – это вид автозвуковых соревнований на измерение максимальной музыкальной громкости аудиотракта автомобиля. Соревнования производятся по упрощенной методике, без слов. Представляем нашего первого участника – это Глухов Роман Васильевич. Автомобиль ВАЗ-2170. Данный автомобиль проходит по третьему классу – это класс «Профессионал». Автомобиль выдал 147,64 децибела. Приглашается Пискеев Александр Сергеевич, участник под номером 2. Аккуратнее, ребята, чтоб не разлетелось. Пускай это можно снизить. Стоп. Thank you.
Все? 145 целых. У участника под номером 18 результат 131,71 децибела. Аплодируем. Кошкинское интернет-телевидение.